Джеймсом. Нам надо обсудить то, что случилось в госпитале. Все почти готово. Если вас здесь что-то не устраивает, пожалуйста, сообщите нам. Пишу это для тех, кто мог уцелеть. Я не знаю, кто спасся, а кто погиб. Тут лежат трупы, но это не все. Часть утащили через вентиляцию, одного за другим. Двери мы закрыли, а вентиляционные люки нет. Людям было некуда бежать. Никто их не выпустил. Перерезали, как кур в курятнике. У выживших два варианта. Либо идти в торговый центр, тем, кто остался с Уэйтсом, либо в жилую зону, к Синклеру, и его головорезом. Хотя ни те, ни другие не протянут дольше недели.
это Ренсом. Я получил твой вопрос. Да, я был в архиве записей и намерен кое-какие из них расшифровать. Получен запрос на техническую проверку в секторе С-12. Запрос подтвержден. Ожидайте техника. Thank you.
тут забыл. Что ж так паршиво-то? Высылаю вам образцы для исследования.